здесь содержание вольфрама в пересчете на оксид VO3 в среднем 0,2%, мы проводим тест. Сейчас сначала мы сделаем один разряд, потом 10 разрядов, потом 100 разрядов на электроимпульсной установке Spark-10, чтобы проследить кинетику измельчения. Интересует получение продукта, в котором 70% будет представлять фракцию менее 71 микрона. Сейчас этот исходный продукт представляет 30% менее 71 микрона. Ну, видно, что есть еще крупные частички, то есть явно одного импульса недостаточно. Но, тем не менее, вдруг мы что-то там обнаружим интересно. Сейчас мы будем делать 100 импульсов, чтобы посмотреть кинетику измельчения. Дробление происходит в воде, поэтому мы сейчас добавим еще воды. Ставим образец. Стой, импульсов. Видно, что весь материал является одной крупности. Все крупные частички, что были в прошлый раз, когда мы делали один импульс, они все раздробились. Посмотрим на ощупь. Вот, в принципе, еще крупные кусочки какие-то есть. Все равно остались. Но основная масса раздробилась. Я думаю, 100 импульсов это оптимально для этого материала, для такой крупности, которая есть исходная. Итак, мы производим загрузку 300 грамм материала после обогащения вольфрамовых руд. Наша задача получить продукт с 70% содержанием пропорционного класса с минимумом для измельчения. Опять же видно, что есть у нас остался какой-то крупный материал. Но в основном это какие-то, видимо, катыши. И тоже это отправим на электрический анализ. Итак, это проба постов обогащения вольфрамовых руд. Фракция плюс 71 микрон. Решили объединить, чтобы посмотреть, как будет измельчаться крупный класс. Загружаем пробу в камеру. У нас есть видно крупные частички там размерами первые миллиметры. Так, запах такой сероводородов. Это вот всегда, когда сульфидами какие-то дробятся на электроимпульсе или на электрогидравлике, всегда такой запах сероводорода. Все. Ну, вот я увидел, вот это вольфрам. Угу. Да? Похоже, да. Тяжелое. А электрогидравлика, получается, преимущественно измельчает нерудную часть и сульфиды. Тоже запах такой чувствуется. А вот именно вольфрамид. Черные зерна. Елки-палки, меня вот просто сейчас выбить, чтобы аналитику вы сделали. Вот на эти вот. На крупняк. Здесь может вообще даже просто будет. Дешевая технология. Вот он.